Нынешний турнир памяти Арсена Османова стал самым многочисленным как по количеству команд, так и по численности боксеров. Если раньше в нем участвовали только крымчане, то сейчас в Николаевку приехали и спортсмены из Донецка. Со временем турнир может приобрести статус международного, говорят организаторы. Уровень турнира намного превышает, сегодняшний уровень турнира намного превышает тот уровень, который был в прошлом году. Стараемся, чтобы турнир был, приезжало на него много городов и был уровень турнира самый высокий. Победу в весовой категории до 70 килограммов над бахчисарайцем Велимом Тамдиевым одержал спортсмен из Симферополя Николай Шевцов. Несмотря на удачный исход, победитель остался недоволен своим выступлением. Победить гораздо увереннее помешала недостаточная физическая готовность, говорит Шевцов. Я сделал много ошибок, но я старался. Единственное, мне не хватило дыхания, и я бы мог бой пробоксировать гораздо лучше. Как говорят, у нас то, что рубило, он идет и дерется. Мне надо было держать все время на дистанции, но не было у меня моментов, но не получалось иногда. В категории до 60 килограммов золото досталось севастопольскому боксеру Илье Николаеву, который одолел Андрея Травкова из Керчи. Последний два раза побывал в нокдауне, но выстоял все три раунда, не позволив победителю отборочного турнира к чемпионату Европы во Львове Николаеву выиграть ввиду явного преимущества. Можно сказать, что я выиграл свой бой за счет жесткого удара. Я наносил жесткие удары и одерживал какое-то первенство в раундах. Ну и в конце второго раунда я все-таки одержал свою победу. Соперник довольно более-менее неудобный, потому что имел преимущество в росте. В последнем поединке турнира в категории до 64 килограммов участника чемпионата Украины Евгения Курданова из села Кольчугино переиграл земляк Ильи Николаева, победитель прошлогоднего турнира памяти героев Севастополя Александр Мирошко. Соперник хороший, но я его знаю, он участвовал на Украине, правда проиграл, но все же. Прежде всего левша — это неудобный соперник, а мне как левше проще всего с правшами боксировать, но все же я одержал победу. Следующий турнир памяти Арсена Османова пройдет в Крыму весной следующего года. Возможно, в нем поучаствуют спортсмены из стран ближнего зарубежья. Тарас Березицкий, Евгений Луговской, служба новостей ИТВ, Николаевка.